Всем привет, народ! Я снова рад приветствовать всех, кто смотрит это видео. Сегодня у нас 11 июня. У нас в Юже сегодня день города. Время около 11 утра, и я уже стартую на праздник в центр города. У нас в 11 часов там начинаются все мероприятия. По возможности хочу сегодня все поснимать, вам показать. Так что давайте потихонечку с вами двинем. Я уже выехал с наших рабочих улиц и уже двигаю по, собственно, основной дороге. Друзья, я предлагаю вашему вниманию очень хорошую музыкальную группу, которую создал и ведет один мой хороший знакомый, который проживает у нас в городе Южа. Важно то, что все музыкальные треки, которые он выкладывает в своей группе, он делает сам. То есть он сам создает ремиксы. Здесь реально есть что послушать и чем прокачать ваши колоночки, либо саб-буферы в автомобиле. Обязательно заходите и посмотрите. Так, ну что, долетел я до дамбы. Машин очень много везде. Народа много, там уже припаркованные машины, потому что, наверное, город перекрыт, я так думаю. Поехал я дальше на площадь Ленина. Прибыл я на место, друзья, в центр города. Попасть сюда была целая история. Как-то все не организовано, Советскую улицу не перекрыли. Переехать через дорогу нереально. Ну, как бы мне, там есть, конечно, пешеходный переход, но, блин, он не приспособлен для коляски, поэтому пришлось рисковать. Мы начинаем свою программу. Ну, в общем, как-то так. Ну, в общем, что сказать, друзья. Конечно, прикольно, весело, большая выставка, много всяких товаров продают, чего только не происходит. Фотозона, продают книги, продают картины, детские рисунки, выставка, прочее, прочее, прочее. Но, блин, очень много народу, как по мне, чересчур много народу, нигде не протолпиться, не проехать. Ой, это какой-то трэш. Мне кажется, что, ну, вся Юза здесь, это по-любому. Но, мне кажется, наверное, 40% людей еще и приехало из близлежащих районов, сел, деревень и так далее. Потому что, ну, блин, да у нас столько населения нет. Сколько там народа. Это какой-то трэш. Сколько там людей. Но весело, прикольно. Че, гуляем? Гуляем. Я вот сейчас отъехал в сторону немножко, тут тропинка такая, типа вон там школа, вот, потому что там нереально вообще снимать, там народ и громкая музыка, там меня вообще слышно не будет, вот, поэтому как-то так, еще что-нибудь покажу, конечно, в течение дня, но пока как-то так. Тут, короче, дети катаются на всяких электрических штуках. Там, короче, перекрыли дорогу нас специально. Такой асфальтированный участок. Тут торговля, и вот детишки катаются. Классно. Вон это КамАЗ едет. Классный. О, вот это техника. Ну, это платно, конечно. Арендуют эти машинки. Ну, так, аттракционы и то же самое, как бы, типа. Вот такая вот детская развлекуха. Наконец-то мне немного удалось пробиться к сцене. Народу очень много. Ой, 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 да, ой, да, ой, 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 ой,
первый капец моим авторским правам сегодня на Ютубе. Наверное, музыка это тоже, наверное, под запретом, который играет на праздниках. Не знаю, конечно, ну да ладно. Все равно будем снимать. Наши баскетболисты. Так, модный музон пошел. В прошлом году под эту музыку гуляла вся Юза. На своих колонках крутили. Друзья, нас в этом прекрасный солнечный день связала этот город, связала судьба. Ну и, конечно же, она музыка, без которой мы не можем. Ну что же, друзья, уже вечер сегодняшнего дня. Сейчас я встану так, чтобы солнышко не бликовало, а то что-то меня совсем не видно. Вот, сейчас уже 19:30. Я все еще гуляю, что для меня очень странно и нетипично. Да, обычно я в 7 часов уже как-то домой еду. Вот, а теперь сегодня, точнее, конкретно день города, можно позволить себе погулять подольше. Вот. Дело в том, что 10 часов фейерверк. Вот, поэтому у меня родители тоже хотят прийти, посмотреть. Вообще пока понятия не имею, где будем сейчас гулять, тусить, куда пойдем, куда подадимся. Вот, вообще у нас, значит, 3 часа на площади Ленина, где я снимал, уже все закончилось. Вот, я, конечно, многое не смог снять. Ну, во-первых, не все можно снимать, во-вторых, как бы, сам тусишь и некогда снимать, вот, особо. Поэтому снял, к сожалению, далеко не все, что хотелось бы, вот. Ну, в общем-то, как бы снял, что смог. Вот, сейчас не знаю, где буду, либо буду здесь гулять на дамбе, на вокзале, здесь в парке, да, либо, может быть, поеду обратно туда же, где был на площади Ленина, там в любом случае тоже гуляет народ, вот, где буду смотреть фейерверк в 10 часов вечера, ну и родители у меня тоже к этому времени подойдут, вот, не знаю, где мы будем смотреть, вообще, в принципе, фейерверк будет на стадионе, у нас здесь есть стадион, но мне туда, честно говоря, идти не хочется в том плане, что туда достаточно, во-первых, далековато для меня, во-вторых, для родителей у меня тем более, они туда идти не хотят, вот, поэтому, наверное, будем отсюда смотреть, если что-то увидим. Итак, там вот такие дела. Не знаю, может быть, что-нибудь еще поснимаю, если смогу. Возможно, если мы все-таки увидим фейерверк, значит, я поснимаю еще для вас фейерверк. Может быть, еще что-то поснимаю. Не знаю. В общем,
В любом случае, влог с дня города Юза продолжается. Спасибо, что смотрите. Короче, все-таки я с другом выбрался в городской парк на дискать. Моя любимая песня, кстати, играет. Ты на Ютубе. Ага. Видео запрещено. Пойдем. Иду, иду. Я люблю все сильнее. Я люблю все сильнее. Любите друг друга сильнее, чаще и сильнее. Не повторяя, но скажу матерью слову эти цветы для вас, друзья, чтобы я большой сделал. Вот такой, друзья, у нас дискач на день города. Полиция дежурит, все под контролем. Это городской парк у нас. Там вблизи снимать нереально громкая музыка, поэтому я вот отъехал в сторонку. Весь тусич там, там сцена, все дела. В общем, классно. Я на таких мероприятиях, честно говоря, никогда не был. Впервые вот выбрался. Так что спасибо другу Глебу за то, что мы с ним сюда вместе пришли. Вместе будем добираться до фейерверка, до стадиона и до дома. Так что вот такие вот дела, друзья. Классно. Классный движ. Это наш городской стадион. Здесь будет типа фейерверк. Блин, все бы ничего, но комары зажрали. Просто рой. Короче, занимаем места. Будем ждать фейерверк. Люди потихоньку подтягиваются. До салюта еще 10 минут. Ура, ёп! Все, я возвращаюсь домой, день города окончен, возвращаюсь через парк, опять же, через базар, на котором гуляю каждый день, здесь вот так вот красиво вечером.
На этом я буду заканчивать свой влог, друзья. Всем спасибо, кто посмотрел. Всем удачи и пока. До встречи в следующем видео.